Несколько сборов в теплых краях и столько же в зимних условиях с лыжной подготовкой, где спортсмены проходили по 400 километров. Такая плотная подготовка к финалу спартакиады учащихся у наших гребцов началась еще в ноябре. Настрой у ребят делать свою работу на отлично. У меня большое желание, как мы верим, как бы в хороший результат. Мы просто будем выкладываться максимум, насколько готовы. Как бы мы не хотим загадывать, просто будем работать максимум. В Воронеже есть хорошая двойка. Вот, я уверен, что, ну, да много есть двоек на самом деле, с которыми придется конкурировать, достаточно серьезные соперники. Вот, а так воронежская, наверное. За неделю до старта сборная Алтайского края тренируется и живет на базе Гребного канала. Если с начала лета многие уехали в отпуск на моря, то для наших ребят все дороги ведут на канал. Тренируемся также два раза в день, как и на сборе. У нас был сбор здесь на канале, получается, и в июне, и в июле. Итак, первые старты у гребцов уже завтра, 7 августа. Сначала спортсмены будут выяснять, кто лучший на дистанциях 1000 и 500 метров, а после возьмутся за 200 метров. Начало всех стартов в 10 утра. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.